Привет, дорогие друзья, с вами Влоксина, и сегодня я вам покажу свой конфиг для CS2. Поехали, ребятки. Для начала, когда мы заходим в игру, я прописываю такую вот команду. PPS, Max 0. И потом Clear. Ребят, настройки для начала вот зайдем. Видео. Яркость 85, разрешение 4 на 3, 1280 на 960, растянутое на полный экран, 60 Гц. Вы можете поставить столько, сколько у вас. Тут все на минимум. Все. И вот такой вот худ. Аудио. Обычно тут 15%, все просто по нулям, а вот это вот на 100%. А вот тут 15, и вот тут 15, все. Гейм. Тут ничего, в принципе, не трогать. Цвет худо у меня зеленый. Ничего больше. Тут тоже ничего не трогать. Тут тоже ничего не трогаю. Тут тоже ничего. И там разрешать снимать глушителю от Сэмки и ЮСПА. Радар вот такой вот у меня. Прицел. Прицел вот такой. Тут ничего интересного. Настройки клавиатуры и мыши. Чувствительность у меня 1.67, в скопе 1.26. Тут все по стандартному, но прыжок у меня на колесико мыши стоит. Тут ничего интересного. Маус 4 разговаривать, чтобы показать пинг игроков. Маус 5. Ну и все. Поехали его. Давайте вам покажу тогда. Что это такое? У меня тут ничего интересного и нету, в принципе. Но очень прикольно с таким прицелом вообще в целом играть. По бинам. На L, на Alt у меня ноуклип включается. На Z берется флешка. На X берется смоук. А на C берется молик. А на четверточку ХЕ. Вот таких вот настроек. Ну, в целом вот стандартные вот такие вот настройки. Вот, кстати, вот такой прицел очень хорош. На этом мы, пожалуй, закончим. Спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока.